страшный. Предлагаю вам со мной прокатиться по ночной дороге. Сейчас 0:28. Дядя Володя страшно едет с работы. Вон лиса побежала. Видите, глаза светятся. Вот она. Видели, да? Лис тут до хрена. Жалко, что волков тут нету, кроме меня одного. Еду тихонечко на 60. Переезды у нас тут плохие. Дорожное радио играет для тех, кто в пути, но мы, естественно, с вами в пути. Вот. Вот тут всяких радиостанций очень много. Хорошо, когда коробка автомат, правой рукой снимаешь, левой рулишь. Топтать особо не приходится, лис много на дороге. Сейчас мы еще включим с вами круиз-контроль. Вот таким нажатием кнопочки на панели загорается такой значок пиктограмма. Движением на минус джойстика активируется круиз-контроль. Вот такую скорость мы сейчас держим. Так вот, сейчас включим дальний свет, вот так вот он рубит. Будем нажатие на тормоз, замедляем скорость движения автомобиля, смотрим налево, смотрим направо, выезжаем. Ну и не спеша набираем скорость. Сам круиз-контроль набирает бывшую скорость, включается это путем на плюсик жмешь. Вот сейчас он набрал, все, остановился, зафиксировал прежнюю скорость, память включать, и все, после памяти он как бы сам набирает автомобиль заданную ранее скорость. Вот так вот, такая вот тема. Thank you.
Всем доброй ночи. И песни рабочие, новые, страна трудовая поет. Заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз. Вся Отечество наше свободное, дружбы народов, надежный оплот. А дальше там уже не по теме.